Любит. Не любит. Любит. Не любит. Любит. Не любит. Да, мам, привет. Да, я собрала чемодан 22 кг. Угу. Да. Я не буду поздно. С друзьями же надо попрощаться. Сейчас подожди. Зато окна вставили. Молодцы. Леша, уходи. Надеюсь, все с умом будет? Да. Про Антона не надо напоминать? Ну, хорошо. Здесь же в 9. Да. Давай. Пока. Знал бы дядя Толя. Мудак. Дядя Коля. Леший, дядя Коля. Да, бабуль, привет. Да, чемодан собрала, 22 кг. 13:45 вылет. Да. Ромчик знает, да. Ничего не сказал. Сказал, что понимает и отпускает. Ром, чё ты дёргаешься? Нормально все с ней, сейчас мама подвезет. Это что у нас? Сегодня у кого-то нежное настроение? Это кому? Одному дерганному мальчику. Ну все, теперь я тоже... Ребят! Где мама? Да она меня высадила не там. Пришлось топать с одной палкой. Это мне? Спасибо, зайчонок. Не надо на людях. Все окей? Да. Точно? Лерок, привет. Привет. Что, покрасилась? Ну да, как-то захотелось. Идет. Ну что, девчонки, проводим 11 ДБ? Мы правда сможем туда пройти?
Мам, я не попёрся, а пошёл гулять с друзьями. Не хочу дома тухнуть. Хотите? Не, спасибо. Ну, вообще-то после лимонада не закусывают. Твою мать, а! Что такое? Да и это. На. Это важно для нас всех день, а ты ушел. Безобразие форменное. Вот поэтому я не хочу сидеть на за... Правда, ненадолго. Все, давай, мы начинаем. Стоять! Вообще на руку одну надо! Стой, стой, стой. Все, поймал, поймал. Так. Предупредительный звук. Ром. Ладно. Че, ребят, мы на месте? Так, ну да, пруд здесь, деревья на месте, уродские ноги тоже. Все в стиле Миши. Самса! Мишок! Ау! Мишган! Ты где? Я хочу сыграть с вами в этом. Че? А. Че он сказал? Смотрите карту. А, так. Окей. Кажется, карты больше нет. Да. Ну, вы, ребята, и уродцы, конечно. Самса, ты что такое? Фиксация бесконечности. Анна, мое почтение. Мое почтение. Сыкла. Здорово, ничего. Здорово, Сыкла. Что за приз? Приз – это я. Все, давайте, ребят, мы уже опаздываем на похороны скоропостижно пролетевшего 11-го Б. Вперед. Да? Да. Давайте, давайте. Да-да-да, иди. Че, иди, иди. Я тут к нему все вопросы. Я тут чисто попал. Нет, не оборачивайся. Поэтому пакет. Да, все. Иду. Лера, не тормози. Ты идешь? Миш, что у тебя там с вступительными? Да, кстати, что там, на дворника учат, нет? Слушай, ну пока я буду учиться в МГУ, тебя в армии научат, не переживай. Смешно. Да и вечером должны быть результаты, мама там... Все, не хочу, короче. Лер. Лер. Мама лучше? Да. Да? На терапию ходим. Отлично. Мне обещали в отделении на стажировку взять. Серьезно? Блин. Ну все. Что? Держим кулачки. Ты взяла, кстати? Да. Да? Курочка, яйцо? Яйцо. Вы чё? Нечисто. Скажи, у нас все нормально? Да. Нет. Ты просто какая-то холодная, вялая. Ну ты можешь мне рассказать? Ну что, я же не идиот, я все вижу. Что такое? Слушай, ну... Яйцо! Прости. Ну, извини. Вставай давай. Дебил, что ли? Сказал бы курочка. Не надо, спасибо. Пошли, все хорошо. Миш. У телефона. А ты уверен, что туда вообще можно? Да, конечно, можно. Чего так булки-то свои напрягли? Самса, скажи. Ну, территория закрытая. Раньше тут был охранник, дядь Коля, но он умер.
А нового еще не прислали, так что мы тут одни. А чего дядя Коля умер? От старости? Ну, говорят, его по пьяни загрызли собаки. Кто по пьяни, собаки или дядя Коля? Ребят, все будет нормально. Не бздите. Ну, если что, скажем, что мы журналисты, которые расследуют суперзагадочное убийство дяди Коли и алкоголиков собак. Ну, камера у нас есть, так что... Ром. Так. Ребят, там уже почти все домыли. О, все, сейчас все будет. Что ты делаешь? Наступи. Зачем? Наступи. Та-дам! Хорошо. Благодарю. Эй, собаки-станисты. Да вроде нет никого. Или всех съели. Ну что, Лера, не в такие дырки лазали, да? Итак, друзья, прошу располагаться, а то дядя Коля нас уже заждался. Кто? Стой! Сам Саш, тебе все равно ломбы. Нет. Зая, я подойду? Да, да, иди. Мешок! Ау. Подожди, сейчас. Лер, подожди, я с тобой. Пойдем. Слушай, братан, ну прости меня, ну перегнул немножко. А вот таки да, экспеллярус! Да. Все хорошо. Тихо. Все нормально. Прикинь, как люди раньше жили. Ага. Ну я бы окна побольше сделала. Лер. Слушай, я, походу, сережку потеряла. Лер, можно я тебе кое-что скажу? Жалко. Лер. Бабушка подарила. Лера. Ой. Ну. Ну. Что? Все? Все. Короче, завтра уезжаю в Берлин. Да? Надолго? Ну, наверное, совсем. Понятно. Да. А Рома знает? Рома... Пока нет. Но сегодня, видимо, придется сказать. Значит, прощаемся? Ты можешь проводить меня завтра в аэропорт. Да ты вообще дебилы, что ли? Блин, походу, щети нет. На, у меня есть. Ребята, на квартире не вариант был, да? Лер, расслабься. А на квартире вот так нельзя. Ром! Рома! Так. Я показываю, вы отгадываете. Uh-huh. Филин. Сова. Да. Ты маленький. Козлик. Нет. А, уродский козлик. Ты уродский козлик, да. Будешь играть? Я очень хочу играть. Что я? Ёжик. Ага. Ничего не видишь. Запах. Туман. Да. Ёжик в тумане. Да. Браво. Так, Ром, ты у нас больно активный, давай. Нет, будет Рома. Чего нет? Давай, давай.
А я атмосферный. Окей. Так, короче. Я. Ты. Уродский козлик. Еще раз. Внимание. Аня, смотри на меня. Я. Ром, можно еще раз? Я микроциркулятор. Напо. Кажется, теперь моя очередь. Давайте. Да. Давай. Окей. За это начнешь, может, уже? Я. Уродский козлик. Точно. Что-то, я думаю, похожее. Класс. Я микроциркулятор. Ага, класс, спасибо. Да ладно тебе, зай, чё ты? Это же шутка. Да все нормально, зай. Что? А давайте я покажу. Давай я тебе сгадаю. Не, не надо. Ein, zwei, drei, vier, Ром, пожалуйста, сядь. Ein, zwei, drei, vier, Что, немцы, фашисты, что? Немцы. Фашисты. Немцы. Германия, что? Германия. Да, да. Так. Аня. Аня? Угу. Аня. Улетела. Аня улетела, да. Угу. Улетела. В Немецию, в Германию. Угу. Аня улетела в Германию. Полетит. Аня летит в Германию, все? Да. Ты поступила? Давайте я дальше. В смысле, просто? Загадывай. Когда? Ты что, поступила? Подожди, когда? Завтра. А я? Ты что, меня бросаешь, что ли? Ты поэтому так себя ведешь? Я сегодня планировала сказать. Ром. Сидит меня. Алло. Да, да, все, все нормально. Мы еще здесь. Все нормально теперь. Походу, одна серёжка была. Давайте сфоткаемся. Да? Да? Давайте. Давайте, пойдемте к сердечку. Точно. Хорошо. Давайте. Рома, иди к нам. Давайте по обе стороны сердечко, как две половинки. Рома, быстрее. Давай. В центр, ты как бы сердце сердцевины. Сердцевина сердца. Так, готовы? 5, 4, 3, сюда. 2, 1 и... Ну, что с тобой? О! Есть. Давайте в прятки сыграем. Да, давайте. Встанет меня. Давайте в прятки сыграем. Кто вы? Немцы. Они. Вводишь ты. Десять. Крадешься. Ром, я... Другое место еще. Дядя Коля. Я вам тулуп пришел вернуть. Шутка. Миша, отойди от меня! 5, 4, 3.
девочке, хочу поговорить, помочь. Не надо с тобой так разговаривать. Как? Лечить меня не надо, друг. Друзья вообще-то не придут, а ты поступаешь как крыса. Ты же знаешь, здесь будущего нет, Ром. Да выходи, чего ты как маленький? А ты-то что, взрослый дохера, что ли, Миша, а? Ты вообще чувствовал что-то, любил кого-то, терял кого-то, нет? Что ты вообще знаешь? Я не знаю, но я понимаю, как ты себя чувствуешь. Да что вообще происходит, а? Чего вы все уходите? Я, не ты, Антон, батя мне постоянно мозги пилит. Да мы не хотим здесь гнить, понимаешь? Ани там будет лучше. Ты мог бы вообще... Что сказал? Так ты знал, получается, да? Ты знал, и мне ничего не сказал. Ты... Ты придурок. Ты с моей девушкой, да? Вы что, там спелись, голубки, что ли, да? Пошел ты. Что сказал? Иди в пень. Да? В пень. Давай поговорим. Давай поговорим. Давай, давай поговорим. Давай. Иди сюда давай. Ко мне, иди. А! Ребят. Мишок, ты чё? Мир, чё ты сидишь? Дай телефон. Дай телефон мне. Рома! Тихо, мне тебе звонить, тихо. Да, попалю. Да, все нормально, сейчас минут 10. Миша. Миша. Ребят, давайте на улицу выйдем, там связь лучше. Ром, дай телефон. Лера. Дай мне телефон. Подожди. Ром. Да успокойся, нормально. Сейчас выйдем, позвоним. Давай, пойдем, пойдем. Рома. Просто не ловь, нафига. Лера, Лера. Что ты делаешь? Ром. Сейчас мы выйдем, позвоним. Дай мне телефон. Что ты делаешь? Дай мне Аня, телефон. Что ты делаешь? Ты видишь, что происходит? Все, пойдем. У тебя завтра Берлин, пожалуйста. Пойдем, все нормально. Я пойду с тобой. А ты что, издеваешься, что ли? Пойдем. Я не пойду. Я тебе хотела сказать, что... Так, меня послушай. Смотри, мы с тобой были в лесу вдвоем, сосались. Ладно? Ни Ани, ни Миша, никого не было с нами, хорошо? Что ты делаешь? Я люблю тебя. Ты что, конченая? Все тут кончено. Миш! Миш! Леша, дядя Коля, Миш! Пленку не засветил? Миш, Миш, где твой фотоаппарат? Миш, Миш, где фотоаппарат? Пленка не засвечена? Миш. Постой здесь, пожалуйста. На часы смотрел. Нафига тебе их купили? Ну, посмотри, посмотри. Прости меня, пожалуйста, такого не повторится больше. У меня просто там связи не было. Где правда? Ты был? Я тебя тут уже час езжу еще. Пил? Ну, отдохни. Чего ты молчишь? Ты же у меня один остался. Да. А это что у тебя на ботинках? Для сохранности. Ох, где-то башка работает. И садись. А ты чего как не родная стоишь? Лерок, садись, подвезу. Пообщаться не приедут. Да. Вы, однако, ну да ладно. Поздравляю, сына. Проходим вуз. Результаты пришли. У тебя по композиции 90.
90! Ждем тебя с папой. Он сегодня Наполеон принес, любимый твой. Ну, скажешь что-нибудь? Алло. 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 Алло, здравствуйте. Скоро мальчик 17 лет упал, сломал ногу. Всего Ярцевска. Да. Можете, пожалуйста, приехать скорее? Кровь есть, да. В сознании был.